Ну что, сегодня будем готовить картофель по-деревенски с чесночным соусом. Погнали! Нам потребуется 4-5 картофелин, соль и перец на вкус, 1 головка чеснока, 3 столовые ложки оливкового масла и 200 грамм панировочных сухарей. Картошку нарезаем ломтиками или дольками. Все смешиваем в одной чаше. Берем противень и застилаем пергаментной бумагой. На пергаментную бумагу выкладываем наш картофель. А для чесночного соуса нам понадобится наша головка чеснока. Отрезаем ее верхушку и поливаем оливковым маслом. Можно добавить любимые специи. После все это заворачиваем в фольгу. Картофель с чесноком убираем в духовку на 40 минут, приблизительно 180-200 градусов. За 10 минут до окончания достаем наш чеснок. Чеснок разворачиваем и выкладываем в посуду. А какой аромат стоит! Разминаем вилкой. Добавляем 1 ложку оливкового масла, немного соли и чуть-чуть зелени. И все, наш чесночный соус готов. Вы даже не представляете, как это вкусно. А тут уже и картошечка подоспела. Всем приятного аппетита!